ТСВ готовит запрос в исторический архив Болгарии. Там хранится документальный фильм о бойцах инженерно-саперного подразделения, погибших в Парканах в июне 92-го. Кино снимала болгарская съемочная группа. В Приднестровье сохранилась только часть фильма. Около 7 часа вечера. Только свист, судячухи, самолеты, значит, я снимаю, когда раздумываем, сафарных на самята и сразу взрыв. Житель села рассказывает на болгарском об авиаударе. В кадре разрушенный интернат, показывают похороны саперов. Часть фильма болгарские журналисты отсняли сами. Также с ними поделились материалом приднестровские коллеги. Автор фильма «Парканская трагедия» – документалист Иван Азманов. Он работал в частной киностудии «Феникс Родолюбец». По-болгарски «Родолюбец» – это патриот. Задачей фильма было показать жителям Болгарии войну в Приднестровье и то, что в ней страдают их соотечественники. На 92-й године были запомнены. В кадре бетонные блоки с надписью «За Малую Софию», так называли Парканы. Село было на линии огня летом 92-го года. Многие жители Паркан ушли в ополчение. Они тоже попали в объектив камеры. Но население то... Зеврацы оружие тут. Должно быть две части, а это только одна. Вторую никак не могут найти. Обрывов, сколов нет? Есть, попадаются иногда, но это из-за некачественной зарядки где-то. В Приднестровье нет полной копии фильма. На пленке сохранилась только половина. Сейчас она в Бендерском кинотеатре. По некоторым данным, полная версия фильма есть в Государственном историческом архиве Болгарии. Наш канал готовит туда запрос, чтобы получить к ней доступ.